Актуальные вопросы уборочной кампании были рассмотрены на совещании под председательством Акима области Асхата Шахарова. На сегодня убрано около 213 тысяч гектаров зерновых культур. Средняя урожайность составила 10,4 центнера с гектара. Темпы сбора урожая замедляют дожди. Особо сложная ситуация в Атикибийском районе, где на сегодня убрано лишь около 17% площадей зерновых культур. С 21 августа в районе часто выпадают осадки. В результате уборочные работы остановлены. По данным управления сельского хозяйства. На сегодня доля прорастания зерна на полях по району составляет около 80%. Такое зерно пригодно только в качестве кормов для животных. Однако при этом остается открытым вопрос его сбыта. Акиматами должны быть приняты исчерпывающие меры для оказания всесторонней помощи выращивающим зерно аграриям в выходе из сложной ситуации.